Дорогие друзья, сегодня рано утром в российском шоу-бизнесе появилась печальная новость. Все сообщают о том, что тяжело больна всем известная российская певица Наташа Королёва. На данный момент уже отменен ее концерт, который должен был пройти 12 января этого года в Красноярске. Также сообщается о том, что сейчас Наташа Королёва уже госпитализирована в 26-ю городскую больницу города Москва. Что же произошло с нашей любимой певицей, пока неизвестно. Мы попытаемся позже связаться с родственниками, а также с ее супругом. Постараемся взять у них небольшое интервью, друзья, которое выложим на нашем канале для общего обозрения. Подписывайтесь на наш канал, мы делаем для вас интересные выпуски каждое утро.